Указано сразу несколько брендов, несколько фабрик. Здесь вы сможете увидеть ванны, полочки, аксессуары от фабрики Knif в таком белом матовом исполнении. Посмотрите, какая классная лесенка. Раковый пьедестал, зеркало, дозаторы, бумагодержатели, ёршики, интересный унитаз. Здесь не сильно видно, потому что очень сильно активный внешний свет. Но также и присутствует подсветка нижней части элементов унитаза коллекции Moon. Смотрите, внутреннее оснащение. Внутри унитаз Moon, он выполнен из керамики. И поверх него такой цельный каркас из камня кейстован. Получается вот такой вот интересный дизайн. Сам унитаз же имеет, получается, вот такую вот систему безамоточного смыва. Сам материал теплый, приятный на ощупь, поэтому, как видите, даже не требуется наличие стульчика. Клавиши от фабрики Fantini, бумагодержатели, плитка. Плитка здесь очень интересная, от фабрики Мутина, коллекция Химия и сочетание двух технологий. Первый такой некий принт, да, различных таких декоров. Цветочный, орнаментный, квадратные сочетания, клеточки, большие, да, такие цветочки, принты. В сочетании с фактурой уже вот такой вот продавленный декор в виде растений, ряби, камня. Обратите внимание, какая классная, интересная плиточка. Полочки от фабрики Knif, которые могут быть белым-матовым, белым-глянцевым исполнении, либо в двух таких цементных отделочках и черным-матовом исполнении. Аксессуары Декор Вальтер, в данном случае аксессуары, это портативный полотенцедержатель, извиняюсь, который вы всегда можете перенести в нужную вам зону, сложить его и перенести куда вам необходимо. Предбанную зону, рядом со спальной зоной, к примеру, иногда бывает, что требуется. Ванна называется Moon, мягкой такой нежной формы, с нижней подсветочкой по контуру, с такой полочкой, сидушечкой, на которой можно либо посидеть, либо поставить какие-либо предметы, книжку почитать, бокал вина. В чем мне нравится фабрика Knif? Тем, что они подходят очень классно к внутреннему устройству ванн. Ванны полностью эргономичные, в них приятно лежать, находиться. Обратите внимание, что высота ванны не такая высокая, но находясь внутри, вам будет казаться, что вы находитесь в неком таком бассейне, пространстве, за счет очень продуманного внутреннего дизайна. Во-первых, эргономики, а во-вторых, пространство. Оно более такая некая широкая. И кажется, что вы находитесь не просто в ванне, а в какой-то там, в каком-то бассейне. Смесители здесь представлены от фабрики Fantini, коллекция Nice, с такими интересными ручками стеклянными. Цветовые решения, 4 цветовых решения, возможно, лазурный, синий, красный, белый, черный. Коллекция полная, то есть здесь есть смеситель на ванну, душевую зону, смеситель для раковины, очень приятные, такие некие помадки. И здесь некая такая, также присутствует игра.
Они не полностью прокрашены во весь цвет, а имеют также прозрачную основу. И в зависимости от того, как вы проходите мимо смесителя, он как бы начинает с вами заигрывать от полностью прозрачного до полностью прокрашенного исполнения, как показано здесь на примере. Постараюсь вам почаще показывать и снимать различные экспозиции у партнеров наших фабрик, чтобы вы могли всегда знать, куда прийти, что посмотреть, восхититься, вдохновиться для будущих проектов. Сделаю круговое видео. Это плитка Химия. В двух фактурах таких интересных. Первое принты и второе уже такими по технологии рельефного декорирования. Как оно выглядит?